Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рай, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу». Так, я что-то не понял, почему здесь до 30 уровня у меня якобы все здесь пройдено. Кстати, да, ребят, хотел сказать всем большое спасибо, кто присоединился, как говорится, к моему клану. А присоединилось довольно приличное количество народу, причем я бы даже сказал, не то чтобы новички, тут есть ребятушки, которые, хо-хо-хо, имеют по 713 кубков. А я имею в данный момент сколько? 169. Хе-хе, ну я только на начале игры. Так что у нас все впереди, ребятушки. А, да у нас, смотрите, члены моего, этого, моей гильдии 30 из 30. То бишь, фулл, забито все по полной программе. Надеюсь, так у нас будет и в дальнейшем. Ну что же, пора приступать непосредственно уже к самой игре. Я немножечко поиграл, ребята. Видите, все здесь у меня забито. Через 4 часа 10 минут я открою вот этот сундучок. Ну, а пока мы с вами двигаемся дальше. Я не понимаю, почему у меня вот так-то все. Ну-ка, давай-ка. Странно, да? Погоди, роднуля, не надо спешить. Да, вот здесь я остановился. С какого перепуга меня сюда перекинули? Я не знаю. Ну что же, 37 уровень у нас, ребятушки. Я, как и собирался, оставляю здесь поле. Я убрал старичка-маховичка нашего лучника. Ребят, смотрите, у меня рука, если честно, очень тяжелая. Очень тяжелая. Смотрите, 8, 6, 6, 7, 7. Это по манне. У моего противника намного все проще. По крайней мере, он может вызывать уже на первых порах лучников. Это. Ну, в общем, давайте будем с вами смотреть, что у нас здесь будет происходить. Мне так лично очень не терпится глянуть на это дело. Естественно, мы начинаем с Кузи. Ребят, я Кузю прокачал до 2 уровня, как вы видите. Так, подожди, давай-ка мы с тобой сделаем, знаешь что, вот так вот, поле. Сейчас наверняка будет чем-нибудь бомбить, ребята. Молнии или еще чем-нибудь, я, правда, не посмотрел. А, у него нет молнии с собой. Ха-ха-ха-ха. Красава, получи. Фух. Ну что ж, есть шанс, ребята, у нас с вами тогда победить здесь. Так. Ну, мой Кузя будет здесь сильнее в разы, потому что он 2 уровня, плюс у меня здесь идет неплохая оборона. Да-да-да-да-да. Видите, что делает поле? Он просто не дает никому шанса даже подойти. Он всегда стреляет, ребята, по самой задней точке. Так, нормуль, нормуль, все у нас пока хорошо, ребят, можете не волноваться. Два Кузи — это очень большая, так скажем, мощь в плане просто не пробить их. Так что мы ведем с вами наступательный маневр, мы уже подходим к нему. Да-да-да, даже вот эти орки не помогут. Хотя они достаточно сильные. О, я еще одного поле вызову, ребят, все. Мы можем смело сказать, что здесь победа за нами. Отлично. Да что такое, что-то горло запершило. Так, я поздравляю, ребятушки, нас с общей победой. Оу, наивный Буба, ребята, он у меня был. Это не новая для нас карта. Но все-таки, как видите, я могу его повысить. Так, секундочку, надо хлебнуть немножко пепси-колы, а то что-то мне действительно першит. Ой, все, отлично. Продолжаем с вами игру. Так, поехали, наверное, сразу же на 38 уровень, да? Я Бубу, наверное, не буду, ребята, прапывать в данный момент. Потому что я за пиратов, честно говоря, не играл. Я даже не знаю, что они делают. Насколько они сильны, мощны и стоит ли вообще их прокачивать. Хотя, смотрите, здесь Буба как раз появился. Нет, мы не будем делать. Давайте, наверное, вот так попробуем. Не уверен, что это хорошая была, конечно, идея, но тем не менее. Будем смотреть. Давайте я еще вот так вот молнией. Бам! Орк, ты будешь бомбить или нет? Ах ты! Ты смотри, что он сделал, ребята. Он вызвал поле. Тогда я вызову. На! Блин, он успел выстрелить все-таки, а, гаденыш. Ладно, вызываем шамана. Ах, мой шаманчик сейчас будет тут бомбить. Давайте еще вызовем попку электро. Ё-моё, что там тут, ребят, раздухарился, смотрите-ка. Вражи-то сколько. Давай второго Кузю вызовем тогда в помощь нам. Бам-бам! Сейчас будем пробивать. Смотрите, ребята, у него колода, ха-ха, практически на пиратах сделана. Так, ёлки-палки. Слушайте, мне, по-моему, надо будет вызывать сейчас тоже поле, потому что он будет сейчас расстреливать. Так,
Давайте дождемся Полли и будем тоже. Сейчас дождемся, когда он выстрелит. И потом уже вызовем мы. Все, пора вызывать теперь нам Полли. Уничтожаем егонного. Отлично. Теперь молния. Бау. Хе-хе. Ну и, в принципе, можно сказать, что победа уже за нами, ребят. Я еще вызову шамана сюда. Для поддержки. Так. Ну, давай еще электропопочку вызовем. Слушайте, я думаю, что все. Мы здесь с вами выиграем. Никакие пираты ему здесь уже не помогут. Еще второго кузнеца вызываю. И нормулька. Ну что, что ты там хочешь сделать? Ничего уже не получится, ребята. Мы уже герою нанесли урон. И это не последний урон. Сейчас мой Полли будет бомбить. Ах ты, прикрылся, да? Ну, сейчас кузнецы разбомбят. Пух и прах. И даже бубы не помогут. Ты посмотри, а. Ну-ка, давай-ка второго Полли вызовем. Все, ребятушки. Ха-ха, отлично. Да, затяжной, конечно, получился бой, но все-таки мы выиграли с вами. Так, монетки 8 штук. 20 опыта и домохозяйка Анжела. Кстати, как танк, она тоже неплоха, но все-таки у меня есть кузнец, куда мне еще один. Так, что у нас здесь? Смотрите, у нас здесь есть вот эта штука. А это плохо, потому что он будет бомбить. Он будет бомбить по моим дальникам. Это я вам 100% говорю. И у него есть тоже Полли, тоже первого уровня. Так, что же сейчас, секунду, ребята, я кое-что хочу посмотреть. У меня карты, так, давай, которые в наличии. Мы можем... Сколько у нас? 5 и 5. Они одинаковы по мане, ладно. Тогда они... Так, вот я не знаю, что вот этот за хмырь у нас такой. Алкоголикс. Дикая карта. Это у нас фракция жителей. Кто он такой вообще? Иногда лечит твоего героя. Ах, вот оно что. Он, значит, хиллер, да? Тогда я думаю, что не стоит его брать. Не стоит, ребята. Также я выбил себе вот этого, помните, малобюджетный Тонди. Ну, естественно, я его, ребята, брать не буду, потому что он слабенький. Хотя он редкий, синий, ребята, редкая карта. Так, и Орда. В общем, еще, ребята, у меня нет, по-моему, эльфов, да? Да, я эльфов вообще еще не открыл. Так что ни одной карты пока из этой фракции у меня нету. Так, а здесь я никого не могу пропать. Я вот не знаю, хотелось бы, конечно, взять кого-нибудь поменьше, ребята. Я в плане того, что поменьше по мане. Может быть взять Анжелу. Или же взять этого чокнутого. Блин, я даже не знаю. Давайте я возьму, ребят, наверное, чокнутого. Его прапаю маленько еще. У него сколько? У него атака 204. Но здоровья очень мало. В общем, ребят, попробуем таким пока составом. Если нам не понравится, мы с вами возьмем совсем другой. Ну что, поехали, ребятушки. Да какой, блин, промокод? Какой? Чего вы мне тут втираете? Поехали, говорю, на 39 уровень. Будем бомбить. Приступим, как говорится, к разбору полетов. Смотрите, по стандарту всегда все начинают с Кузи. Всегда все начинают с Кузи. Так, вызываю Полли. Есть. Ах, вот я о чем вам говорил, ребят. Ну, я тоже вызвал молнию, если он сейчас вызовет своего Полли. А он должен его вызвать. Рано или поздно. Вызывает, да? Я так же сделаю. Все. Ха-ха-ха. Так, теперь вызываем дурачка. Ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как было больно. Черт. У него преимущество. За счет шамана. За счет шамана. Давай я еще одного кузнеца вызову. Так, мне нужен, ребята, Полли. Вот теперь мне нужен Полли. Поехали. Отлично. Шамана как не бывало. Теперь я вызову шамана. Так, одного кузнеца, возможно, да, они убрали. Давай дуралея вызовем этого. Он хоть и ватный, но если... Ха-ха, если он ударит, будет хорошо. Ну, давай, 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 ударь, успей. Чик. Блин, Полли. Нужно молнию, молнию. А, мы успели обменяться, да? Мы успели обменяться. Я вызываю еще разок Полли. Тинч. Давай, давай, эту Анжелу валим, валим Анжелочку. Нечего здесь делать.
Так, а вот это нам не нужно. Зачем я потратил, блин, магию, когда у меня поле выстрелить успело? Ой, дурила. Ну все, кузнецу крышка, ребята. Мы уже даже потихоньку начинаем задевать героя. Опа! Ха-ха, все. Когда мы стоим здесь, ребята, никто его уже здесь не спасет. Ни поле, ни хероли, ни тем более ни электропопка. Да, все, полный разбор полетов, ребята. Нет такого героя, который бы мог бы отталкивать бы моих персонажей, чтобы они не бомбили. А если бы такой был бы, то, возможно, можно было бы как-то еще повоевать здесь. Так. Отличненько. Мы с вами переходим, ребята, на 30 уровень, где нас будет поджидать хороший смачный сундучок, а в нем, естественно, будут хорошие смачные карты. Поехали. Так, я заметить успел, ребята, что здесь нет у него, да, молнии и так далее и тому подобное. У него там есть Полли, поэтому вот он вызвал его. Распрощаемся с ним. Распрощались мы, короче, с Полли. И начинаем вот так вот бомбить. У него нету дальней атаки, я заметил. Никаких там молний и прочего бреда у него нету. Так что, веселуха. Блин, веселуха как бы нам сейчас боком не вышла, а. Так-так-так-так, давай-давай. Опа, отлично. Гоблинца снесли. И хорошо, что у меня кузнец, ребята, прокачан до второго уровня. У него на 700 хп больше, чем у этого, поверьте. Я сравнивал. Первого уровня, второго уровня. То есть кузнец, прокачанный до второго уровня, имеет на 700 хп больше первого. То есть почти на 1000 преимущества. Это очень хорошо, ребят. Неужели мы не обменялись с этим Полли, а, выстрелами? Ну давай, Полли, стреляй. Черт подери. Ну ладно, хорошо, хоть так обменялись. Так, электропопка, давай вперед. Ну что я вам скажу, ребят. В принципе, здесь game wins. То есть мы выиграли с вами. Ай, видите, он уже орет там, бедный. А ну-ка, бэйн. Жалко, что молния не бьет самого героя. Только лишь персонажей. Не сейчас. Нет, родной, сейчас. Я бы сказал, даже сию секунду. Да. Отлично. Мы, как всегда, ребята, победители с вами. И вот он, красный сундук. 46 голды, плюс 20 опыта. И Розалинда. Ну, елки-палки. А также молниеносная буря. Розалинда, ну, блин, ну, не пользуюсь я, ребят, пиратами пока. Ну, вот не пользуюсь и все. Так, что-то мы с вами выполнили. Ага, выиграйте 3 боя на карте подряд. Хорошо. А тут еще, ой, как долго. Ой, как долго еще. Подожди, а почему ты меня не понял, ребята? А почему у меня... А, нужно же в телепорт прыгать, елки-палки. Ох ты, зеленый какой-то. Так, 424 монеты, 43 карты Розалинды, 21 карта домохозяйки Анжелы и молния. Эх, не прокачали. Опа, а вот это шик. А вот это шик, ребята. Лузи, редкий, это же наш шаманчик, я его могу прапать. Глупый орок даже нам выпал. Ух ты, новый, красная Рози. Эпическая карта. Хоу. Так, мы открыли новую главу, третья, можно разблокировать. Ребят, смотрите, кого можно разблокировать. Ну, в принципе, поле у нас уже есть, плюс эльфийка, плюс наездник на кроту, тоже неплохая фигня. Этого я видел, дурдом какой-то. Это робот у нас, по-моему, боксер, да. И вот этого я не помню. По-моему, этот циплак у нас бросается всякими пробирками с разными свойствами. Там уменьшение, ослабление, если я не ошибаюсь, ребята. Так, хорошо, хорошо. Ох, мы с вами перешли на новую карту. Так, курица опять от нас смылась. И тут опять же две у нас главы. Так, хорошо, ребятушки. Так, приступим, пожалуй, наверное, с карт, да? Я вот сижу сейчас и думаю про себя. А что вот это за хмырёныш такой? Так, Красная Рози. Это у нас борец, фракция гномы. Слушай, это какой-то, знаете, трансвестит, ё-моё. Вроде как мужик, гном, но в босоножках, хрен его знает. Так, скорость движения очень быстрая. Атака, вы посмотрите на атаку. И здоровья очень мало. Ладно, я хочу взять, я хочу посмотреть, ребята, сколько я могу пропать. Разок или... Ох ты, следующий аж 300 стоит. Слушайте, здоровье 356, атака 1014. О-оу. Так, и стоит-то 3 всего лишь. Ну-ка, давай-ка, иди сюда, родной мой.
Раз, два, три. Так, мы же еще можем Лузи нашего прапать. Слушайте, ну неплохо. Очень неплохо. Атака 48. Я еще могу апнуть. Ой, красота. Здоровье 205 и атака 228. У него открылся новый скилл, да, ребята? Более эффективное замедление. Иногда замедлит всех противников в области. Даже вот так вот он может сделать. Ха-ха-ха. Слушайте, а у Розалинды... Ой, Розалинды, елки-палки, какая же Розалинда, что я говорю? Красная Рози, у него что такое? Плюс 50% быстрее атаки, когда жизнь героя ниже 50%. А он сможет ли дожить до 50%? Или его будут с удара просто срубать? Ладно, в любом случае, ребят, нам пора с вами отправиться посмотреть. Подожди-ка секунду, мы с вами на лиге... А, нам же еще ждать. А я хотел, думал, сейчас сходим на лигу, на арену, повоюем маленько. Ну, сундуки-то у меня забиты, так что нет пока смысла в этом всем. И, кстати, да, ребятушки, да-да-да-да-да, всем, всем, как говорится, привет. Надо, естественно, отписаться. Так, где мой русский язык? Во-во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо. Но? Вот почему-то здесь всегда такая задержка. Во. Всем привет! Ну, я смотрю, у нас сейчас кто-нибудь в игре-то вообще есть или нет? У нас есть кто-нибудь в игре или нет? Так, отослать. Запрашивать я пока карты не буду ни у кого, ребята. Так, а где же у нас здесь можно посмотреть этот? Вот, красный это отсутствует, да? Yes присутствует. И Энди. Так, всем привет, Энс, Энди, здоровенько. Сектор, привет. Полоза, здравствуй. Все, остальных пока нету. Ну что же, а мы переходим с вами на 41 уровень. Тут у нас, в принципе, стандарт. Ага, смотри. Тоже взял себе этого хламона. И, как говорится, вперед и с песней. Фух, повеселимся, сейчас будет весело, ребята. Ох, будет весело. Так, начинаем, конечно же, мы с кузнецов. Так, я хочу посмотреть, что это за чувачок такой, что он делает. Ай! Ты меня взбесил этим самым поступком своим. Ого! Ого, он атакует. Так, это у него первого уровня. А если я своего вызову, он, наверное, будет вообще жахать, будь здоров. Поле, давай выходи, надо сносить этого шамана. Отлично, давай-ка посмотрим, что это за парень, как он. Очень хорошо бомбит. Очень хорошо, ребята. Воу. Ты посмотри, да этот парень просто... просто машина для убийства. Он 50 хп у него за руль, когда становится. У него в 50 раз увеличивается сила атаки. Это просто действительно какой-то убер. Так, рабовладелец Мок обыкновенный. Кто ты такой? И что ты можешь? Ну, это раса орков, ребята. Хорошо, что в игре есть рекламные паузы. Я хоть успел немножко горло промочить. Ну что, ребятушки, мы с вами идем против Билала. Практически как Билан, ё-моё. Ну что же, я смотрю, здесь у него эльфийка, тоже эпик карта первого уровня. Я не знаю, что это за девочка, за барышня. Но вот этот орк прикольно смотрится. С щитом, по ходу дела. Ладно, давайте смотреть, что это у нас за игроки, что это за враги у нас такие. У него тут курица есть. Так, хорошо, мы тоже вызываем кузнеца. У него нет, по-моему, да, молнии, там чего-то такого нету. Поэтому вызываем, естественно, ребята, Полли. Ну, Полли, бум, ого, вот этот щитом-то парень не промах. Ай-яй-яй-яй, есть у него все-таки, была молния, ребята. А ну-ка, тынч. Слушай, ну этот псих парень, действительно псих, ребят. Он просто валит всех налево и направо. Да, ребят, я был прав, это курица у нас... Ах, это эльфийка. Это эльфийка-лучница. Вот что я вам скажу. Ну, по атаке что-то я не вижу, чтобы она там очень мощно бомбила. Но этого забомбила все-таки она. Моего маленького бегунца. Так, ладно. Давай смотреть, что у нас дальше получится, ребята. Не, ну вот этот чувак, во-первых, он очень быстро бежит. Смотрите, вообще быстро-быстро бежит. И, как говорится, оп! Со своей-то атакой он пробивает любого, ребят. Особенно танка он просто пробивает за счет того, что танк медлительный. Один удар наносит. А этот парень за это время два раза может ударить. Крут, конечно, этот малыш. Оу, шаропопка. Один
1.0, обыкновенный. Шаропопка. А, ну это жук, который несет шар. И им же атакует. Все, я понял. Так, у нас Лиам. Лиам. Что у Лиама? У Лиама есть молния, это плохо. И остальное, в принципе, как и у меня. По стандарту все. Только у него орк, а у меня мой бегунчик. Поэтому погнали, ребят. Я думаю, на него буду смотреть, любоваться. Нет, я на него смотреть не буду. У нас локация поменялась, смотрите, мы где-то с вами в каких-то подземельях. Так, будет он вызывать Полли или нет? Конечно, будет. Полли как будто и не было здесь, ребята. Ага, вызвал шамана. Он вызвал шамана, ладно, ребята. Блин. Все, он меня достал, ребята. Я вызываю Полли. Он молнию свою потратил? Потратил. Тинч. Ну а дальше мы, как говорится, будем с вами развлекаться уже по полной программе. Ну будешь атаковать или нет? Тут замедление свое, блин. Да, наказал, наказал. Дыдыщ. У-у-у. Если этот маленький малыш рядом с противником, все, это кранты, ребят. За три удара он уложил просто-напросто вражеского героя. Отлично просто получилось, ребята. Опять мне достается алкоголикс. Почему его назвали алкоголиксом? Ну, у него нос, правда, большой и красный, может быть, из-за этого. Так, ну что, ребята, фермер Рейн, практически как я. В плане, у него Рейн, а у меня Рей. Так, кто у него здесь? У него здесь... Да ничего особого нету, ребята. Вообще ничего нету такого выдающегося что-нибудь. Тут же Кузя, ну, Анжела, ну и... А, у него Кузя второго уровня, ребята. Ага. Так-то. У него Кузя второго уровня. Давай вызываем шамана. Смотри, что он делает. Он сразу делает. Он атакует молнии. Я знаю, что сейчас он вызовет своего Полли. Нет, вызываем тогда своего... Оу! Да, мы снесли. Ну, вы посмотрите на этого маленького чудесного чувачка. Но он просто... Я не знаю, чем он вытворяет, смотрите. Просто, если ему дать разойтись, это жесть. Это если его прокачать, он просто будет такие дела тут творить. Но рано или поздно мы встретим такого противника, который будет давать нам достойный отпор. Я буду убегать, поджав хвост от него. Но пока этого нету. Ну что же, 45-я миссия, ребята. У нас опять же здесь будет синенький сунук. Атаки дальние нету, не считая того, что у него Полли. Все, ребята, этот раунд должен быть нашим. Потому что я сейчас сразу же вызываю Полли. Тихо, выстрел был, теперь мой черед. Эть, Полли снесли. Во-во-во-во, он думает, что он такой один, да? Нет, братюня. Тихо. Есть! Мы взяли преимущество, хотел сказать. Не-не-не, братиня, ты и не радуйся раньше времени-то. Ха-ха. Дела ж такой. На! А теперь моя очередь вызвать малыша. Малыша Розольду. Серьезно, да? Серьезно? Чик-чик-чик-чик! Все, ему хана. Хе-хей! Изейши просто прошли, ребят. Изейший. Что это за сундук такой? Обычный какой-то, да? Так, шаропопка. И последний у нас. Почти ничтожный Джоу. Почти ничтожный Джоу. Так бы сказали бы. Ничтожный Джоу, а не без всякого почти. Так, ребята, вот здесь уже немножко сложнее становится, потому что у него есть крот. Наездник на кроту. Такой вредный перк. Я надеюсь, перк, что я говорю? Враг. Я надеюсь, что он обычный ездок, потому что там еще есть, который может стреляться, стреляющий юнит. Вот не помню, честно. Да, это стреляющий юнит, ребята. Это хреново. Так, что же делать-то, что же делать-то? Нужно вызывать Полли, ребята. Только Полли мне здесь поможет. Бэм, все, крот отдыхает, ребята. Отлично. Ну что же, теперь мой малыш, я думаю, так и хочется назвать его Розалини, блин. Все, заколбасили. Ребят, фартово идем, если честно. Никакого сопротивления просто нету. Ну тут, конечно, копейки и... Рабовладелец Мок. Такой Франкенштейн, череп приколоченный. Ладно. Реклама нам не нужна никакая.
Так, ох ты. Эпическая карта, ребята. Эпическая. Ёпарасоте. Да. Ну, неужели здесь чувак хоть высылал свои фото? Не постеснялся таки, не постеснялся. Ну ладно, молодец. Так, вот этот хмырёныш, да? Как с ним драться? Он эпик, ребята. Попробуем нашим малышом. Ага, он тоже вызвал. Но мы-то его быстрее наказали. Ой, не нравится мне. Не нравится, надо вызывать, ребята, Полли. Полли, давай. Сейчас он потр... Ага, куда? Че, мы не снесли, что ли, крота? Нет, ребята, мы не снесли крота. Так, кто? Кого? Друг друга прибили. Хорошо. Да, Полли, ты будешь стрелять или нет? Ё-моё. Он сейчас молнию бомбанет, ребят. Он бомбанет сейчас молнию, рано или поздно. И всех зажарит здесь у меня. Нифига там этот чепушило стреляет. Все, понятно, ребята. В чем у него сила? В любую точку может бомбануть. Стрелок этот на кроте. Ясно. Так, ну что же, будем прессовать его. Прессовать по-черному, ребят. Да. Все-таки мы одержали с вами победу. Ха-ха. Несмотря на его усилия выжить, ничегошеньки у него не получилось. Пузи обыкновенный. Ну, Пузи я и не пользуюсь, ребят. Не считаю его очень интересным, поэтому пока без него как-нибудь обойдемся. Так, ну что же у нас здесь? Здесь, ребята, нету дальников. Ой, дальники есть, я имею в виду, нету молнии. Ну, я считаю это как дальний. Вообще-то любая магия имеет назначение быть под обстрелом везде. Вызывает Полли, гад! Мне тогда нужно тоже вызывать Полли, ребят. А нет, сделаем попроще немножко. Хе-хе-хе-хе, лопух. Одно слово, лопух. Ну а теперь, ребят, естественно, вызываем Полли. И Полли мой тут начинает веселиться. Тут и кузнец на подходе. Ой, красотуленькие-то какие. И давайте малыша нашего, малыша-психа вызовем. С дубинами. В атаку, давай. Чих-чих-чих-чих. Нашинкую. Все, ребят. Вообще великолепно идем. Ой, как классно. Ой, как хорошо. Так, опять Пузи. И во. Куранок. Куранок, ребят, обыкновенный. Куранок, блин, у него что, ноги куриные, что ли? Ну, как я вижу, ребята, эта карта у нас обычная. Даже заморачиваться не буду брать его с собой. Так, Пип против нас. Пип. Тут у нас бюджетный Дейв, или как его там величать. Ну вот, вот когда вот есть вот эта вот магия, молния или огненный залп, это хреновенько всегда, ребята. Всегда хреновенько. И смотрите, кузнецы уже идут все прокачанные. Все второго уровня. Так, Полли, тебе здесь не рады. Сдуйся отсюда. Так. Хоба! Друг друга подбили, ладно. Какого лешего? Зря, конечно, зря ты это сделал, сынок. Потому что я вызываю Полли. Ты потратил свою молнию, да? Да. Пиу! Без этого, как вот там, бюджетный хмырь упал. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, обмен, обмен, хоп. Отлично. Так, Полли, давай, убивай этого хмырёныша мелкого. Он достал уже здесь. Молния, конечно, ребята, у него, наверное, откатилась. Сейчас будет удар. А может быть, не будет. А может быть, не будет. Ну, бюджетный Джонни добежал. Так ему и надо. Так, бежим, бежим, бежим. Воу, мы Полли убили. Он даже не успел появиться, ребят. Ну, нашинковываем. Да, отлично. Ну, моей радости прям, ребят, нет предела. Как все-таки и здесь мы проходим. Как все-таки замечательно. Зарабатываем с вами деньги. Карты, вредитель Раф. Кстати, я не знаю, а, мы же его, ребята, поменяли. Ну что же. Да, мы поменяли Рафа именно вот на этого. Красота какая-то. Смотрите-ка, ребят, почти как у меня состав. Только вместо деда у меня здесь... А кто у меня вместо деда? А, у него Полли нет. Нет. Да, ребят, у него нету Полли, но у него есть молния. Хорошо. Давай посмотрим, кто кого.
Да-да-да, конечно, мы начинаем все с кузнецов. Это понятное дело, ребята. Я вызываю шамана, он сейчас молнией его стопудово поразит. Не? Да-да-да-да-да, поражает молнией. И поэтому выход для Полли. Бэм. Я тогда тоже этого малыша вызову. Блин, вызвал. Так, хреново тут как-то, ребят, получается. Хреновенько. Давайте сносите там. Блин, почему в деда именно? Бэм. Не попал? А ведь должен был. Так, упал, говнюк. Давай, 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 быстренько накажи этого. Есть. Так, ну а теперь мой Кузя, ребята, выходит. Все. Я думаю, что здесь победа, ребятушки, будет за нами. Пиу, пау. Разбираем по чуть-чуть, полегоньку. Но уверенно зато. Зато очень уверенно разбираем. Слушайте, я представляю, ребята, встретиться с тем. Помните, в той серии мы видели эльфийского огра? Или голема, я не знаю, как его назвать. Какой он там мощный, а, здоровый. Плюс он не оглушается, не станется, не отталкивается. Офигеть. Вау. Так, 48 монет получаем с вами, 20 опыта и молнию. Ага, и рабовладелец Мог. Блин, дайте мне хотя бы, ребят, наверное, глянуть на этого Мога. Так, подожди. Давайте просто посмотрим, ребят, что это вообще за Мог. А то карта у меня есть, а кто она и что она, не имеем понятия. Так, вот он, да, Мог. Ага, он, значит, с плеточкой. Ну, что я могу сказать, ну, вы сами видите. Здоровье мало, атака ничтожная. Очень быстрый, короче, я не вижу никакой выгоды даже. Ой, причем он обычный. Он обычный, ребята. Даже глупый орок и то круче, потому что он редкий. Так. Ну, этот, ребят, про этого жука я вам говорил, который вот он с шариком с этим. Причем здоровье у него нормуль, а вот атака практически вообще никакая. Что у него здесь такое? Дымовая граната после смерти замедлит всех противников вблизи. Атака придит всех противников вблизи. Ну, с такой атакой даже и говорить не о чем, ребят. Ну что, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами будем завершать. У меня еще впереди очень много игр, которые нужно сделать, успеть снять и выложить. Так что, дорогие мои, увидимся с вами в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока и до новых видосиков.